Выпускники Тверской епархиальной православной средней школы Святого во имя Тихона Задонского весело и интересно отпраздновали окончание школы на теплоходе. Вместе с православными воспитанниками были не только друзья, родители, преподаватели, но и митрополит Тверской и Кашинский Амвросий. О том, как это было, покажет и расскажет наша съемочная группа. В 2022 году из православной школы выпустилось 38 школьников 9 и 11 классов, трое из которых окончили обучение с отличием. Но официальная часть уже прошла, и теперь счастливым выпускникам остается только задорно петь песни, вспоминать школьные годы и строить планы на взрослую жизнь. Это необычно, и для нашей школы такое впервые. Обычно было все слегка по-другому. В епархии проходило вручение аттестатов и было чаепитие. Мы тоже все на это настраивались, но нам сказали, что будет теплоход, и это было интересно и ново. По благословению митрополита организация праздника на теплоходе легла на плечи епархиального отдела образования и катехизации и Тверской епархиальной православной средней общеобразовательной школы во имя святого Тихона Задонского. Такая дружная атмосфера, как семья, не просто какие-то люди, вот владыка, вот мои одноклассники, вот целая семья, дружная, отличная атмосфера, очень понравилось. На теплоходе преподаватели, друзья, представители Тверской епархии дали напутственные слова для выпускников. Также на прогулке по Волге выпускники ТИПСОШ, воспитанницы Богородицкого жительного женского монастыря и воспитанницы Оршинского монастыря исполнили песни. Эта прогулка на кораблике по нашей Волге, она нас очень сильно сблизила буквально за 2 часа. И то, как они выступали, какие у них замечательные глаза, какие чистые, замечательные лица, вызывает у меня только одно чувство – пожелание им счастья, чтобы они в жизни были счастливы. Как поделились ребята, учиться было несложно, благодаря дружественной атмосфере, понимающим преподавателям и интересным предметам. Напутственное слово, которое мы сегодня в Евангелии прочитали нашим выпускникам, оно гласит о том, что будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби в жизни. Вот. Если будут так по жизни идти, то у них все получится. А в конце мероприятия выпускники православной школы во имя Тихона Задонского традиционно исполнили гимн школы – песни «Прекрасно далеко» из фильма «Гости из будущего».